Всем привет, дорогие мои зрители и подписчики моего канала, с вами снова я. И сегодня я продолжаю играть в игру Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Ну что ж, давайте уже погнали играть. В прошлой серии мы открыли три двери, там три комнаты, которые я вам показывала в прошлой серии. Там Гефестус, Атлас... А потом был еще там... Мы там умирали, помню. Но последнюю дверь мы не открыли. Причем, потому что мы вообще не знали, как открыть там рычаг. То есть... Ну, вы поняли. Давайте к нему точно попробуем опять же. Может быть, если мы здесь будем прыгать, мы попадем. Давайте попробуем. О, попали. Но мы жизнь потеряли. Блин, ну ладно. Ничего страшного, совсем немного. И все, мы все двери открыли. Это очень хорошо. Там под каждой дверью, там, например, в одном из них там электричество будет, там. Во втором будет огонь. В третьем будет там атлас. Ну, и так далее, а потом... я уже не понял последнее, что было, но... Давайте мы вспомним с этой игрой, да, вспомним все. Все, так-то лучше. Все равно не хочу тебя вспоминать, что... Как... Я вообще мучилась такими вот, если честно. Я так мучилась, серьезно говорю. Все эти двери... И так далее. Это вообще мучительно. Ай-яй-яй-яй-яй. Это что еще было? Ну ладно. Я сейчас не сюда пришла, верно? Я сейчас в одну из них зайду. Найду сейчас, как зайти. Вот, например, в Атлас. Атлас, да. Попробуем. Ничего у нас не легко. Атлас тоже будет очень сложным, сразу говорю. Поэтому давайте я сейчас попробую как туда попасть, подумать. Вот, я могу вот попасть вот отсюда, вот здесь. Просто взять здесь, да? А нет. Это вообще вот сюда отправляет, а потом вот здесь. Нет, мы не можем. Явно не можем. Но мы можем вот сюда вот подпрыгнуть, а потом вот сюда, да. Да, точно можем. Хорошо. Спускаться там? Что нам делать-то? Я уже запуталась. Ну, мы сразу прыгаем. А, прыгаем. Все, мы попали, отлично. Ну, не попали еще. Сейчас попадем. Все, вот так. Все, мы попали в Атлас. Отлично. Все-таки давайте попробуем. Рычаг. Я помню, как это делается. Вот так. Все. Ай-яй-яй-яй-яй, как же больно. Так. Я вспомнила это место, я ухожу. Даже что? Блин, я ненавижу это место. Как и все места, которые здесь есть вообще. Давай. О, здесь это все на время даже. Блин, я помню, как я здесь умирала вообще.
Это я помню. Помню, помню. Здесь нужно подстрелить, а потом это улетит вот так. Будет вообще, мы будем от него бежать, в общем. Я помню. Но сейчас мы нам не до этого. Мы должны сперва сделать еще что-то. Мы просто так от него не сбежим. Сразу вам говорю. Должны вот так вот сделать. Да, прежде чем это делать. А потом второй вот здесь, видите, да? Там тоже нам нужно нажать. Но, ребятки, мы на это не будем сейчас смотреть. То есть, что? Нам нужно, как я помню, получить вот это, да? Чтобы получить, если мы от него сбежим, если он будет за нами гнаться и так далее, если мы сбежим, то... Ну, это что вообще будет, а? А, все. Я умер. Я сразу говорю. Может, патроном взять, а? Все. Давай сюда сейчас. А вот сюда. Бежим! Бежим! Блин! Я нет. Я не смогу. Я сейчас вот возьму и упаду! Я смогла. Смогла. А, смогла, отлично, боже мой. Как же это вообще ужас, капец. Это сложно. Хотя нет, не сложно, но это пугает немножко. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Ага, бежим. Так, все, нам оставили тут вот это. Вот этот рычаг, я уже не помню, зачем нам нужен. Вроде бы, чтобы... Хотя его уже можно взять. Здесь есть что-то? О, мы нашли артефакт. Это очень хорошо, очень. Ой. Это опять на время, опять же. Ключ Атласа. Отлично, мы взяли ключ. Теперь мы можем возвращаться. Вот не так уже сложно было, я серьезно говорю. И вправду, не так уже сложно. Я думала, что... Было сложно, нет. Все в порядке, оказывается. Ничего такого нету. Пока что сложного. Но где-то здесь есть что-то сложное. Я это точно знаю. Где-то вообще. Идемте дальше. Ой, я же говорю, летучие мыши выходят, да? О, мы открыли. А, нет, это не летучие мыши. Ой. Ну, извиняюсь. Подумала, что это так. Ладно. Ну чё? Ай-яй-яй-яй. Держись, Лара, держись. Ах да, куда нам еще, если вот так вот идти? А, нет, мы наоборот поднимемся, нам это не нужно сейчас. Вот. Посейдон. Хорошо. Мы пойдем в Посейдон. Что если взять и здесь упасть? Не, ничего не получится. Зря умрем только. Так. Думаю, немножко тогда мы здесь сейчас спустимся. Эй, нет! Блин, да ладно. Лара, не надо меня пугать. Так, в Посейдон можно попасть. Так, подождите. Зря я спустилась, кажется, да? Хотя нет, хотя нет. Не зря.
Быстро. Да, давай спускайся тоже. Вот и мы пришли в Посейдон. Как и правда так называется, да? Посейдон же. Да, Посейдон. Хорошо, идемте. Ой, я не успела. Так, мы успели, отлично. Ай, фу, что это? Ай-яй-яй, крысы, крысы. Крысы. А я опять крысы. Чтоб вы сдохли. О, вода. Да. Хорошо, вода так вода. Заходим в воду мы. Здесь что-то не открыто же. А, так вот что здесь открывать. Давай. У нас вот кончается. Я помню, что здесь я тоже мучилась. Да-да-да. Очень мучилась здесь. Здесь нужно поднять, да, тише. Здесь нужно поднимать воду, а потом опускать, поднять, опускать. Даже до не... Вот, опускать, да, полностью нужно опускать. А потом опять нужно полностью его дополнить, пополнить. В общем, вот. Как это все мучительно, да? Как же? Боже, такая музыка заиграла, блин. Ну, все же, очень красивое место. Ну вот. Очень красивое место такое. Давайте, в общем, соберем вот это. И мы это должны... Так... Подождите, давайте сперва посмотрим. Так, вот, там и ключ. Хорошо. Наверное, самое легкое вправду было там Посейдон. Ой, какой Посейдон? То есть, Атлас. Ну, стой на месте. Вот мы это сделали. Все штуки у нас есть. Это, наверное, нужно спустить. Нет, не сюда. Наоборот. Теперь нужно снова. Помню, как играла в него с братом. Да. Вообще мучились так. Вообще. Ужас просто. Это нужно то, это. В общем, да. Ай-яй-яй-яй. А, все нормально. Так, где это? Вот это он попал, а потом... А, вот он. Ай. Нужно еще спустить. О, вот и в общем. Потом поднимем еще его. Ой, я там забыла вот это. Я могу прыгнуть и... Да, могу. Я могу точно умереть, поэтому лучше не стоит прыгнуть прямо в воду, да? Так, хорошо.
Класс, вообще звуки такие классные, знаете ли. Так, это нужно куда-то в другое место поставить, да? Сейчас. Так, все, начинаем. Так, куда мы могли? Вот сюда, да? Хорошо, иди сюда. Давай. Так. Так, стоп, я сказала. И так. Да, думаю, все нормально. Так, поднимем воду. Так, это что, артефакт? Можно, можно открыть, конечно же. Вот он. Так, теперь. Так, все нормально вроде бы. Еще раз сделаем. Мы уже почти прошли. Осталось совсем немножко. Еще раз поднять воду, а потом подняться еще выше. В общем, совсем немного осталось. Потом мы возьмем ключ. Но только это надо. Ой, нет, 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 закроем. Нет. Ой, опять. Нет. Вот почему я мучилась, я вспомнила. Так, это нужно вот сюда. Да, вот сюда. Все, отпускаем. Сейчас мы вернемся. То есть не вернемся, а он там поднимем еще раз. Мы это сделали, теперь идемте вот сюда. Ключ Посейдона мы взяли. Теперь мы можем еще или мы можем просто
Вот, вы Посейдона нашли. Давайте еще одну. И еще одну. Так, сейчас мы подумаем, где же он. Вот, вот к этому нужно дойти сейчас. Хорошо. Нам нужно подумать, как это сделать. Вот это. Дальше нужно, да? Нет, по-моему, наоборот нужно сделать это, например. Потом вот так. И... А, назад. Кажется, я поняла. Или нет? Нет! Как это получилось? Я же... Она чего-то не взялась-то. Она должна была уступиться. Просто взять... Не, не уступиться, но просто взять нужно. Но она не... Блин, все. Лара, что ты делаешь? Вот скажи мне. Вот я не виновата. Ты это знаешь хорошо. Я жму на все клавиши, которые могу только. Так, мы можем... Нет, мы не можем. Окей. Так, опять я буду пытаться это сделать все-таки. Это наоборот вот сюда нужно поставить. А вот это наоборот туда. Вот так. Нет. Вот так нужно было сделать. А ты? Что ты сделала? Вот объясни мне. Так, вот так. Чтоб туда, наверное, не так туда попасть, да? Не знаю, я не помню. Вот так. Ой, нет. Вот так. Вот так. И вот так. Так, куда мы не зашли там? Там же было написано. Вот. Гефастус. Точно туда не зашли? Мы в Атлас зашли и в Посейдон, да? Ага, мы в Гефастус не пошли. Можем отсюда вот. Ага, отлично. Отлично. Хорошо. Вот так, ты должна вот... Отлично. Я уже бояться начала. Так. Мамочки, держись. О, боже мой. Все, мы в Гефастус. Все-таки. Так, в общем, мы попали сюда. Так. Ай-яй-яй-яй, это что такое было? Почему это упало? Это еще одна ловушка. Я что-то уже слышу какое-то электричество там.
Нет, серьезно, я сюда попала. Кажется, я поняла, как я попала. Ай, нет! Попала. О, боже мой. Здесь тоже будем мучиться, да? Да что ж такое, не могу попасть-то. Угу. Серьезно? Нам нужно теперь туда попасть. Затем опять снова сюда вернуться, да? Боже мой. Почему я не могу попасть там? Может, сюда нельзя? Ни в коем случае нельзя попасть там. Может, так и есть. Я ведь не знаю все-таки. А здесь что? О, артефакт. Хорошо. Это нужно, наверное, бросить. Ай-яй-яй-яй, наоборот, сюда. Давай дальше. Теперь брось. Теперь брось. Кидаем. Ой, что это было? А-а-а. Ой, блин, да прекращай ты это делать. Я знаю, что мне делать. Я знаю, 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 знаю. Да стой ты уже. Последний где? А, это все что ли? Да блин, ты что качаешься-то? Иди уже. Все. Теперь последний. А сюда все-таки не попала. Гефеста. Thank you.
работы в Гефестосе мы побывали. И ну вот. Отлично. Давай, качайся. Ладно, шучу. Наверное, вот так. Боже мой, Лара, что с тобой? Я не поняла. Да я вообще подпрыгнула-то. Нет, ты не сдержишься. Ты не сдержишься. Нет у меня другого хода. Отлично. Теперь последнее осталось. И последнее это... Не здесь. Не там. Может быть. Нет. Может наверху. Мы здесь были. Так. Наверное, в самом низу. Тогда. Хорошо. Где мы не были-то? О, домок нас. Да, чтобы сюда попасть, нам нужно попасть вон сюда, вот туда. Хорошо. Понятно. Ой-ой-ой-ой, успокоимся, успокоимся, будем спокойны. Все. Нормально, все. В порядке. Думаю, что мы... А, нет, хотя нет. Отлично. Мы аптечку возьмем. Хорошо. Теперь назад. Прыг-скок, прыг-скок. Нет, стоп. Нет, нет. Никакого прыг-скока. Стоп. Где у нас тут? Вот здесь? Да. Уху, все, мы попали туда. О, нет. Я припонимаю. Ой, я помню. Ребятки, я помню, какая это... Часть. Все, это вообще жесть. Серьезно. Говорю сразу же. Жесть. А зачем я это сделала, непонятно. Мы бы и так поднялись бы, да? Все. Вот здесь уже просто ужас. Все. Не закрывайся. Не закрылся. Все, здесь будет огонь. Нет, не хочу.
Вот видите, здесь вот эти мечи. Теперь они будут вот здесь падать, падать, и все нам. Вообще конец, нам серьезно говорю. Что нам нужно сделать сперва? Да? Нам нужно взять ключ. Вот здесь мы спокойно возьмем ключ. Да. Спокойно возьмем, но все. Это видели? Это видели? Это жесть просто. Это уже не надо взять, да? Хорошо. Так, здесь у нас мечей нет, да? Хорошо. Меч? Меч там. Ай, мамочки! Боже мой, простите, если громко сейчас послышалось, да? Послышал. Ой, бай. Ай, блин. Ай, боже мой, мне страшно. Вот видите это? Ого, ясно. Мы точно умрем. Мы не останемся в живых. Хорошо, будем готовы. Нет, я не успела. Фу. Нет. Нет. Так, это что, аптечка? Или мне показалось? Это аптечка. Я его не видела, не заметила. Можете перенести? Да уж. Зачем мне вообще? Это не из-за этого, да? Блин. Это зря. Не буду пугаться. Хорошо. На красный нельзя попадать, я знаю. Эй, боже мой, что это было? А, я поняла. Уходим. Ой, куда я вообще пошла-то? Ой, блин, аптечка не осталась. Не знаю, как мне отсюда выбраться. Все, мы выбрались. Теперь что нужно нам? Ой, нет, я забыла, что. Сейчас я возьму. Мне не понадобится. Как же я забыла, а? Как я могу? Так, хорошо. Сейчас альт. Здесь. О боже мой, я слишком вообще. Так, где еще? Там. Вот там. Здесь.
Потом последняя там. Все. Здесь все. Да. А теперь. Теперь что нам делать-то? Теперь мы дальше пойдем. Хотя если даже мы здесь пройдем, а что мы будем там делать? Я что там буду делать, а? Нет, это не открывается. Нет. Вернуться нам нужно? Ой, опять у меня непонятка-то. Я могу вернуться вот так, пройти там. А, и толку, и зачем? Зачем я тогда вообще сюда пришла, если мне не нравится? Ты могла просто вот взять и встать вот в этот столб, а потом вот так вот перепрыгнуть это, да? Но нет же. Ты не ищешь легких путей, да? Хорошо, делаем то, что нам нужно. Нам нужно сразу встать, потом там. Блин, все начнем сначала. Так, проходим дальше. Ай, что делать-то, ё-моё? Что-то вообще. Мне страшно. Вот сейчас посмотрим, как это все дело проходит. Вот это с первого, да? Так. Ой, не, я здесь точно не пройду, серьезно. Цыц, цыц. Здесь нужно бежать, как только это откроется, и все. Нет, на троих даже. Что это такое-то, а? Может, здесь можно? Так, вот. Так, вот сюда ставить нужно. Потом туда. Да. Делаю. После этого вот туда. Вот сюда. Потом вот сюда. И выходить нужно. Все понятно. Ой-ой-ой. Ай, блин, я не успела. Я растерялась, куда идти. Я все равно бы вернулась вот сюда, да? Хорошо. И ну что ж, тогда ищем, зачем нам было идти сюда, зачем нам нужно было, да? Наверное, из-за чего-то точно нужно было. Ой, смотрите, например, вот это. Сейчас посмотрим, это что такое. Это просто так или... Да нет, да ладно. Это не просто так, оказывается. Так. О, рычаг. А смысл его там открывать? Я ничего не поняла, что там.
ладно. Это здесь артефакт, да? Нет. Там все равно закрыто, поэтому нам придется вернуться назад. Опять у нас там, блин, я опять буду, да? Я сразу начну, потому что я не хочу терять время. Ни минуты, ни секунды. Вот почему я не хочу терять ни минуты, ни секунды. Вот из-за того, что я это не делала, то мне нельзя было, да? Мне нельзя спешить, все. Не будем спешить. Но если я не буду спешить, то моя серия будет длиться очень много. Даже уже 4 двери я, наверное, прошла. Все, спокойно, спокойно. Бегом, ой, то есть шагом. Мне страшно. Хотя нет уже, мне уже смысла нет бояться. А куда он пойдет-то? Вот это меня вообще пугает. Прямо, блин. Блин. Все. Нет, еще одна есть. Вот здесь хорошо. Все. Блин. Вообще ужас. Ужас, ужас, ужас просто. Ой, я что-то не натожила. Ладно, давай. Я могу вот сюда прийти и взять этот артефакт, но что он мне даст, я не понимаю. По-моему, я, конечно, сказала в первой серии, что я буду пытаться взять их все. Да, я так говорила, но я не хочу терять ни минуты. А что, если не сюда, то туда? Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Я же умру! Значит, не туда. Так куда? Так куда? Нет, точно сюда было бы. Но что-то он не едет, поэтому... Можно и так сделать, ребят. Если вам лень, конечно же, как и мне сейчас, вы можете просто взять и тупо прыгнуть, и все. Это самый легкий способ. Я говорила, что я не ищу легких путей, но... Это самый легкий путь, серьезно. Нет, не туда. Ой, не сюда. А наоборот, сюда. Не туда, не сюда. Берем. Ладно, все. Взяла, что. Что-то не того. Хорошо, возьмем мечом. Ради бонусов. Что? Опять туда. Назад. Вверх. Ой, опять не тоже мой, ё-моё. Прыг-скок. Прыгаем. И дальше. В колонну. Блин, да ладно. Мы можем сюда. Так, и сразу сюда. Нам теперь нужно вот так прыгать. Я же сказала, нам нужно прыгать вот так. Я вот это сказала, да? Почему она не прыгает? Туда, куда я хочу. Блин, все надоело. Нет. Не спеши, пожалуйста.
Мне же нужно закончить серию. О, боже мой. Мне надоело. Серьезно, надоело. Вот не надо спешить из-за этого, нельзя. Вот видите, например, когда я так спешу. Вот, блин, опять. Да прыгай ты! Спешу ли я или нет, да все равно. Давайте уже побыстрее. А то в YouTube отправить невозможно будет. Да, вот видите, например, вот это пример еще один. Опять его еще и проходить, опять снова. Ну, мы артефакт взяли, поэтому ничего страшного там. Поэтому мы только, нам остается только сделать то, что мы не можем сделать сейчас, да? Да блин, прыгай. Вот возьми и прыгай. Ускорись, не знаю, не надо отсюда, блин, ладно. Опять. Ладно, все, не буду спешить. Ой, блин, да ладно. Все, тише. Так, вот так. Хорошо. Затем вот сюда. О, аптечка, наверное, сохранилась, да? Хорошо. Отлично. Теперь нам нужно вот это сделать. Ой, да мы же делали так. Что такое? Нам, наверное, нужно вот так сделать, да? Вот так смотреть, а потом прыгнуть. Да. Если не сработает, то... И не сработало. Можно сразу подняться, как вы думаете? Ладно, не можем. Ну вот, получилось. Хорошо. Нет, о боже мой, как же я испугалась. Я думала, что опять я буду это повторять. Снова и снова. Снова попыткой. Все, кажется, почти мы уже. У нас все почти получилось. Теперь осталось только вот это. Сейчас мы вот так вот сделаем. Так, все, начинаем. Боже мой, убежим давайте отсюда. Я не могу больше здесь остаться хоть и минуты. Даже минуты я не могу здесь остаться. Все, убежим отсюда, бежим. Все, ребятки. Я над этим заканчиваю, ведь я уже 4 комнаты, все эти 4 комнаты я обследовала, то есть не обследовала, конечно же. Я получила, мы вместе получили там то, что хотели. И сейчас мы поставим ключ. Нет, в следующей серии поставим. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.